Команда из Мариэл стала победителем всероссийских профессионально-прикладных соревнований «Лесное многоборье». Напомню, они состоялись в Ишкар-Але на базе ПГТУ и собрали 19 команд из различных уголков страны, от Санкт-Петербурга до Алтая. Всего около 100 участников – это студенты лесных техникумов, колледжей и вузов. Конкуренция была серьезная. Студентам предстояло показать все свои навыки в области лесного дела. Это имитация тушения лесного пожара, государственный лесной контроль, лесопатологическое обследование, работа на мощных фарвардерах, лесозаготовительной техники. В итоге первое место заняла команда ПГТУ, причем на всех этапах она удерживала лидерство. Среди техникумов и колледжей золото у Пушкинского лесотехнического техникума – это Московская область. Напомню, профессионально-прикладные соревнования «Лесное многоборье» организует «Рослесхоз», и уже в четвертый раз они проходят именно в Ишкар-Але.